Еще раз здравствуйте. Сейчас объяснение этому фокусу. Значит, для этого фокуса нам понадобится резинка. Покупалась она в магазине для рыбалки. Также для нее понадобится леска. Как вы понимаете, в том же магазине она бралась. Значит, на резинке мы делаем петлю для руки, которая будет под рукав у нас суваться на руку. Вот. К этой резинке мы берем, приматываем леску. И на конце лески делаем тоже петлю для карты. Но делаем немножко больше петлю, чтобы был зазорчик. Вот. В принципе, все, что нам надо сделать, это одеть за одежду эту резинку. На локоть, ну и чтобы она была с этой стороны, чтобы не так было заметно, провести ее через рукав. Вот, вот так вот. Далее, что нам надо сделать, это просто одеть полностью всю петлю на всю колоду. Это можно сделать как перед фокусом, как до фокуса, можно сразу подготовиться, можно во время, отвлекая внимание зрителя. Одели петлю мы, значит, вот у нас получилась такая штучка. Далее мы берем средним пальцем левой руки, фиксируем нашу резинку, леску, то есть, вот. И таким образом вот берем колоду. Нитка вот она у нас проходит. Далее мы просим, для того, чтобы колода ходила туда-сюда. Далее делаем его в расслабон. Далее мы просим зрителя сказать стоп в любой момент. Зритель говорит стоп, допустим, это карта, да? Мы ее высовываем, говорим ему, это твоя карта. Далее мы берем вот эту верхушку. Быстро просто снимаем с этой лески. И так же само делаем с нижней. Берем ее, пальцем прикрываем нитку. Ну, это карта с двойной рубашкой просто, одинаковая, как бы, неважно. Прикрываем ее, показываем. Ну, а далее можно положить ее наверх, а потом сбить на середину. А можно сразу, как я, в середину. Тут уже кому как. Влаживаем. Опять же, поправляем все. Можно показать, что нет никаких брейков. И далее мы просто берем, прижимаем этим пальцем колоду, потом его отпускаем и только средним пальцем. Вот этот палец, он, вот эти пальцы, они важны, вот этот, они прикрывают нить. И далее взмахом руки мы приотпускаем колоду. Ну и, собственно говоря, получается у нас такая тема. Я показал медленно, карта медленно выехала. Но когда быстро делается, то есть прижимается, отпускается, и карта вылетает наша. Фиксированная, с двойной рубашкой, которая... Спасибо большое за внимание. Я думаю, этот фокус вам понравился.